Вот прислал клиент с запиской с какой-то. Давай почитаем, что написано. Так. Уважаемый папа, высылайте эти печати, которые я в воле случая выиграл в одном гоне кости, проводил компанию Хилл пару лет назад. Не могу именно найти лучшего принять, чем передать их в твои руки. Пусть они радуют тебя и твоих зрителей для дарят комфорт и безопасность. Желаю вашему мнению представить и развиваться, а мы будем с удовольствием смотреть за новинкой на ютубе, канале участвовать и, надеюсь, изредка побеждать в телеграм-аукционах и ловить приятные наценки на всякие вкусные, полезные, интересные желания штучки. С удовольствием посещаю магазин Мандри, когда бываю в ваших краях. Последняя моя покупка в вашем магазине радует меня каждый раз, когда беру труболист Книпекс, купленный у вас в январе. Просто чумовой инструмент, который реально ускорил монтаж канализации. С уважением, твой благодарный клиент из Серебряных прудов Николай Мать. Николай, ну душевно просто вот, вот. Теперь придется в них спать, как минимум. Как от себя оторвал. Кстати, какие неплохие перчаточки. О, Петь, потрогай. А? Петь, да? Попка младенца. Попка младенца, да. Вот это да. Кожа, да? Это кожа рожа. Ну все, тогда я буду в них вести. А этот лот.